Коммунальщики Магадана не могут справиться с крысами. Об этом говорили на заседании городской общественной палаты. В этом году в Роспотребнадзор поступило 26 жалоб на грызунов. Специалисты считают, что управляющие компании не справляются с уборкой контейнерных площадок. Дератизацию проводят неудовлетворительно. После нее грызуны исчезают на несколько месяцев, а потом снова возвращаются. По тем обращениям, которые поступают в управление Роспотребнадзором, мы непосредственно выясняем обстоятельства и чья управляющая компания данного жилого дома. И обращаемся непосредственно в соответствии 52-го федерального закона, выдаем предписание. Представители управляющих компаний говорят, что им не хватает кадров, а некоторые вовсе заявляют, что убирать контейнерные площадки и придомовые территории – не их задача. К уборке мусора нужно подключать владельцев общепита и продуктовых магазинов. Для того, чтобы грамотно проводить дезинфекционные, дератизационные мероприятия, Центр эпидемиологии имеет самую правильную технологию. Нужно составить паспорт каждого объекта, знать, либо в этом здании находится продовольственный магазин, либо это находится промышленный магазин, либо еще какое-то помещение с подвалом, без подвала. И на каждый дом пишется программа проведения дератизационных мероприятий. В результате обсуждений было предложено рекомендовать управляющим компаниям заключить договоры с предприятиями, осуществляющими работы по дератизации и бороться с крысами сезонно. Мэрия подаст заявку на модернизацию контейнерного парка для закупки мусорных баков с крышкой.